Я думаю, он не будет ждать особо от меня рейза с голой пятеркой здесь. Соответственно, я очень полярно изображаю, но у меня и есть полярный, как бы, либо фул, либо бро. Снэпчик — это плохо, на шестерке похоже. А, 5-6. Отлично! Сюда! Хорошо, сегодня пошло прям. Скорил 4-бет называется. Слоу-ролл получился небольшой, но забавно. Сразу просто на джекпот с флопа. Красиво. Я чуть на префлопе не запушил. Но все равно здорово получилось. Просто там первая раздача сегодня играбельная была. Неплохо. На, сюдашки. Вот так вот один аут у тебя теперь, друг. Зря потратил на первую круточку. На, ну, this time, по***л тебе. Почему, блядь? Yes! ABHSS, отлично просто, отлично, сюда, какой день сегодня. Ну, не должно флешей там быть прям. А, ну, отлично. Слишком простая игра получается. У меня плохое предчувствие. Нет, нормально все. Вот это радостно. Наверное, минусовой это будет холл. Ну, блин. У меня-то стэк останется еще. Ой, еще и доминация. У нас просто чел долю взял, поэтому тут без варик. Будет плей, знаю. Ой. Просто чел долю взял, ясно. Hello. Нет, ну зачем же колу пролил-то, а? На телефон, на стол, на клавиатуру, на все на свете. Здесь кол хотя бы тогда. Отлично. Ну вот понятно, что флэш там, что делать-то? Пи***ц просто. Такой раннер. Мразь просто, жесть. I'm so good, I'm so мразь. Вот так вот надо было написать. Ну это первый проигранный стэк, очень больно, когда у тебя такая переапанная сессия идет, тебя распихают просто раннер-раннер флэш против топ-2 3-бет-поти, когда у тебя нихера не осталось. У тебя даже имплайдов не было сраных у тебя на то, чтобы колить этот бет на терне. 400 ты заколил. Еще доминацию по флешам будешь ловить постоянно. Эй, зачем второй раз? 9. На, короля, получ... А, это фулл хаус, блять! You're all I got. Big party for an American hero. Ну это мы обе всосем, потому что смелость всегда вознаграждают, естественно. Каточка пошла просто. Ух. Дорогая.
Не делайте этого, пожалуйста. Я очень прошу. Спасибо. Да нет, конечно, вы чё? С ума сошли, что ли? Сидят, ну, еще не знают, на что они обречены. А у меня что-то не открылось. Ясно. Не, ну, Толь, в принципе, страта правильная. А смотри, видишь? Ожидание, если ты за стол не сядешь. Не раздают. Ну да, все тебя ждут. Не раздают. Место свободное, нормально? Ого, 42 сюда. Вот, это нормально, да. Что там задумался мне, скажите? Ковы на СБ, говорит, есть. Толя, ты виски? Конечно, ты что? О, пойдет, бойтецкий, хорош. Так. Блин, я две пары выкинул, даже три пары. Да? Пятерка, пик. У Бола. Блин, о, вот это пошло, наверное. Вот это читка, вот это серьезно. Миша, так... вот один да, пауза, пока Миша не докупится, понял? То есть они знают, кого надо ждать. Нет, ну, в принципе, как обычно, high stakes под него игра собирается, все логично. Почему только на high stakes? Ну, как легко с ними играть? Согласен, пойдет. А что надо делать, интересно, с моей рукой? Давай воткнем. У тебя ж король. А он не, ой, очень, видишь, он не очень хороший. Ладно, тогда чек догонку. О, давайте за руку 2-7, за выигранную раздачу с 2-7 все скидываются. Потом по 20 баксов все просто переведут после сессии. Ну давайте, пошло 7-2, классная мысль. Просто на счет. Ну что, договорились, да, после окончания игры будем считать, после стрима, каждый 20 баксов переводит. Не надо, Миша, у меня очень хороший, сейчас плохой момент, не надо. Честно. Серьезно? Прям да. Хороший у тебя? Да, прям бом. Давай, домой. Полный дом. Давайте Мише по баксу переведем за старание, как бы все-таки. Парень шел к победе. Не, это красиво было, реально. Слушай, ну, по факту, это как бы 100% плюсовый мув. С учетом 100%, конечно, с учетом фолдэквити и всего остального, это 100%. Ну, то есть надо просто иногда так тузов играть, и, ну, даже дам, тузов, и не дам, знаю, тузов жалко, да, дам скорее, дам валетов, вот так вот. И тебя пятерки еще для баланса. Спасибо, что напомнил. Ну вот, хоть соточку заработал. Так, соточку, это значит, что у тебя 2-7 или нет? Или 2 туза. Ну, придется платить. Давай узнаем, потому что если у него 2-7... Ну, ты сколько выиграл уже, давай, Коль. Нет, нет, только не 2-7. Я бы так пронесло. Интересный поворот. Интересный. Как ниты все. Наказывает все. Поехали. Ну вот, продам. Почти 2-7, почти 2-7. Так что назад устроили. Обманули. Ну, король. Ты тоже натягиваешь медленно, да? Да, да. Опа, классический. Ребята, я 2-7 выкинул просто. Поэтому как бы, понимаете? У меня была серьезная дилемма. Камбэк, сюда, вот так вот. Что за фигня вообще? Опа. Да, да. О, пошло. Да, пошло. Все тихо уже сидят. Да. А что же вы такие карты берете? А здесь только Run It Once, да, получается? Идёшь уже. Ну, Run It Once, кстати, это прикольно, да. А ёпрасы ты, ну что ты пиханина, блядь. Как в этой катке выкинуть эту руку, я не понимаю. Ну, здрасте, приехали. Поменялся. Делёшка. Окей, как так? Просто по лицам. 7-4 здесь хорошо играют, да, Минтон? 4 нормальненько. Надо выдаивать потихонечку с тебя. Дама 9-3 без моих бэкдоров. Это первый нас 7-4, я правильно понимаю? Да, да, теперь это восьмой, да, все нормально. Теперь не первый, да. Но я думаю, 7-4 все равно есть новый лёд. Не, ну у Михона просто всегда две пары минимум. Без фолдов? Всегда завёл кроников. Даже показывать не надо. Зато уже интересно. Ну, Слишком читаемо. Ой, какой ривер. Надо было следить, надо плачь, я чувствую.
Да нет, тут не за кем следить, на самом деле. Нарезки посмотрим. Просто там 100% идет конвет отложенный, что за, и типа... Сейчас был пас. 100% конвет в отложенном туза 3-4 банка. Ну что там у тебя? Ну пас, наверное, да? 3-4 банка. Я не знаю, отложить его или выкинуть? Как думаете? Дайте по рандомайзеру. Разнервничался, что ли? По рандомайзеру давайте. Без нас было. Не, я, наверное, пас. Ну, вот такая была. Молодец. А что происходит? Изи. Как это произошло? Вы мне объясните. Толин рандомайзер предложил сыграть интересную раздачу. А если типа вот так? Ой, красавчик. Ой, красавчик. Практически не замазан. Почему? Ну, это нечестно, на самом деле. Если это вот реально вот так, как есть, нет, слава богу. Тут свалит его. Заранее, сюда. Да. То есть ты считаешь это нечестным, да? То есть надо колом вообще-то играть такую руку, я же тебе говорил. Не, так... но у тебя тут пуш так себе. Ну, в этой игре ну, можно. Да. По нацу у меня сильно перебор здесь. Да не говори. Потому что у меня 4-6, и... Это рейшен и пот, или? Пытаюсь собрать это. Собрать с вас по $20. Да хорош. А Мишка Инер делал домашнюю работу, я смотрю. Раздача интересная, кстати, в целом. Да. Но мне кажется, что Толя должен был сильно раньше выкинуть. Но очень интересно. Опа. Ну, можно помолчать. Типа. Сам прикол, что у меня реально 6-4 здесь. Так это еще плюс $100 сверху против туз-короля бубновых. Это понятно, бубновых. Да, но... И с учетом всей этой движухи... У меня, во-первых, они бубновые, это еще тоже, это довольно важный факт. Это флаш. Это почти что стрит-флаш. Блин, у меня есть тайм-банк, я надеюсь, правильно? Да, да. Круто. Но я тебе честно скажу, Толя, что я вряд ли выкину, но... Хотелось бы, конечно, чтобы мне хватило тайм-банка на 10 минут. На самом деле, будет не стыдно проиграть здесь весь свой стэк с этой конкретной рукой. Я выпил свою победу, как раз у меня закончилось. Вперед. Слушай, надо было 10 минут таймбанк делать, тогда мы... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну это грязно-грязно. Грязно, да, но деньги, а нет, ты же не выиграл. Ой-ой-ой-ой. Против лома нет приема. Михаил Третий, вы с технической точки зрения отыграли идеально? Вряд ли, конечно, потому что лимит был не способствующий тому, чтобы играть с технической точки зрения идеально. Я думаю, что это и не нужно было в рамках этого формата. Я думаю, что в целом мы превзошли не только наши ожидания, но и зрителей. В целом, я думаю, что компания зарешала. Конечно, без Анатолия Филатова было бы чуть-чуть повеселее, потому что тут невозможно соревноваться. Это какая-то жесть просто. Я ожидал, что будет гораздо более скучно, гораздо меньше зрителей. И сам думал, что заскучаю. Я даже у себя в чате писал, что, типа, блин, 4 часа один стол катать, пролетело незаметно вообще. Было здорово. Всем спасибо за игру, кроме Анатолия.